Из всех искусств медицина самая благородная. Именно такой девиз в РязГМУ. ВУЗ по праву считается одним из лучших медицинских университетов страны. Сюда стремятся попасть абитуриенты более чем из 70 регионов России. В этом году выделено более 1000 мест по программам высшего и среднего профессионального образования. Мы ведем прием на специальности высшего образования. Это по программам специалитета, бакалавриата, в магистратуру и также на специальности среднего профессионального образования. В этом году у нас открыт набор на две новые специальности – это акушерское дело и фармация. И также продолжаем набор на сестринское дело, лечебное дело. То есть это уже традиционно мы ребят обучаем на этих специальностях. Для абитуриентов, поступающих по программе среднего профессионального образования, приемы и зачисления ведутся по среднему баллу школьного аттестата. Вообще в РязГМУ более 60 специальностей, на которые ведется набор. По-прежнему лидирует лечебное дело. Далее по популярности идут стоматология и педиатрия. В прошлом году конкурс в ВУЗе был достаточно высок. На специальности лечебное дело он составлял 10 человек на место. По остальным специальностям цифра была еще выше. По результатам, опять же, прошлого года поступать в Рязанский медицинский университет приехали абитуриенты более чем из 70 регионов России – от Камчатки до Крыма. Не менее впечатляет и география целевого приема. Ингушетия, Ульяновск, Тамбовская, Липецкая, Орловская область – это далеко не весь список. Важно, что для того, чтобы подать документы, не обязательно приезжать лично в ВУЗ. Можно это сделать прямо на официальном сайте РязГМУ. С официального сайта можно перейти из раздела «Прием документов от поступающих», направляется в электронной форме. Вот, собственно говоря, это сама форма. Сейчас просто уже личный кабинет мы создали, поэтому можно посмотреть, как он выглядит. Заполняет абитуриент поля. Переходя по вкладкам, последовательно он информацию себе заполняет и в итоге подает документы. Приемная комиссия только начала прием документов, но абитуриенты уже активно идут навстречу своей будущей профессии. Я выбрала этот вуз, ну, потому что хочу стать медсестрой. Ну, вообще, я поступаю на сестринское дело высшее. Прием документов на бюджетные места продлится до 26 июля, на внебюджетные – до 8 августа. Приемная комиссия работает ежедневно, кроме воскресенья, по адресу. Город Рязань, улица Высоковольтная, дом 7, корпус 1. В будние дни с 9 до 17 часов, в субботу с 9 до 15. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город».